дорогие друзья, дорогие целевые мишени, город Одесса, Украина, вечер, центр города, самого прекрасного города на земле, города Одесса, Екатерининская, угол Ласточкина, кафе Фанкони. Я нахожусь в замечательной компании вместе с одним из пострадавших от психотронного террора, от психотронного терроризма, Аликом Насенником. Здрасте. Скромный парень Алик Насенник. С 2012 года человек тоже пострадавший, подвергается психотронному воздействию, психотронным пыткам. С 2012 года его преследуют психотронные преступники. Вот, живет под пытками, живет в этом аду, собственно, как и мы все, многие мишени. Столкнувшись с этой бедой, с этой величезной проблемой, вот сегодня причина и повод нашей встречи, мы обсуждаем объединение наших братьев, наших друзей по беде, по несчастью, по нашей общей проблеме, проблеме по пси-террору. Собираемся подавать заявления, групповые иски, вышестоящие инстанции. Мы не собираемся сидеть и молчать. Мы будем воевать с этими ублюдками, мы объявляем им войну. Мы говорим и кричим им, что мы их не боимся, что нас ничего не остановит. Они хотят играть, будем играть до конца. Хотели поиграть, поиграем. Уничтожать вам никто не позволит безнаказанно людей, так как вы уничтожали многие годы. Мы все равно будем сражаться с вами и сразим вас. Будьте в этом уверены, даже не сомневайтесь. Вот Алик, это очередная мишень в городе Одессе. Тоже подвергается психотронному воздействию. У него тоже к нему применяют технологию V2K, Voice to Skull, радиоголос, голос в череп. Значит, вот у него тоже постоянно с ним говорят режим 24/7, 365 дней в году эти уроды, пси-ублюдки, так называемые пси-операторы по радиомозговому радио. Значит, угрозы человеку идут постоянные, преследования на улице, гангсталкинг есть у тебя, да, очень? Да, да. Очень. 2012. С 2012 года не прекратился, меньше не стал гангсталкинг? Сейчас я, вот в последнее время я вот не употребляю вот, какую-то пищу, например, из-под крана воду не пью, там вот это все. Но в чем дело? Получается, дело... Я уже сбился, но они хотят нашу волю подавить. Я думаю, это химия, она ступорит наш мозг, а вот эти вот NLP – это программы, работающие против нас, наверное, голову впихивают. И когда мы избавляемся от этой химии, мы больше о себе думаем, вот, больше в себя. И мы ломаем эти программы в голове. Ну, Алекс сейчас рассказывает о том, что мы должны все-таки придерживаться здорового образа жизни и следить за своим питанием и за водой, которую мы потребляем. Потому что так или иначе, потребляя все эти химические продукты и потребляя воду, которая подается нам через водоснабжение, да, через каналы, через из крана, этим самым мы забиваем себя окончательно. То есть мы накачаны и так до прозрачности всеми этими химикатами, для того, чтобы им было удобнее на нас воздействовать, да. Вот. Но основная суть в том, что мы сегодня собрались для того, чтобы еще раз подтвердить, что мы достаточно все адекватные, мы достаточно все сильны и здоровы для того, чтобы противостоять этим ублюдкам, этим преступникам, которые нарушают все законы Вселенной, которые объявили нам ведут с нами необъявленную войну, которые уничтожают втихаря, подло, которые убивают женщин и детей, которые просто устроили геноцид, которые уничтожают планету Земля. Они хотят уничтожить все человечество. Вот. И мы сейчас готовимся сражаться с ними не один, не два человека, чтобы слыть шизофрениками, да? А мы готовим целую группу. Мы готовим целую группу для того, чтобы... Что там? Звонит кто-то? Микрофон внизу. А, микрофон внизу. Да, мы готовим целую группу. У нас уже есть 10 человек в городе Одессе. В осознанной фазе психотронного воздействия. Опять закрыл.
Ничего страшного. Я думаю, я достаточно громко говорю, так что все услышат. Вот. И, значит, у нас уже 10 человек в открытой фазе. И люди осознанные, люди знают, что чему они подвергаются, с чем они столкнулись, и знают, как себя вести в данной ситуации. Поэтому, значит, наша задача только объединяться. А цель преступников, этих психотронных, этих уёбков, их задача нам мешать объединиться. Потому что главная их цель — сделать человека шизофреником. Один человек, два человека, три человека — это шизофреники. Когда целая компания, когда это целая орава людей, которые готовы сражаться и противостоять, которые осознаны, которые понимают, с чем они столкнулись, что происходит, и готовы дать отпор, достойный отпор этим выродкам, это совершенно другой разговор. Когда люди грамотные, образованные, абсолютно адекватные, умеют это доказать, умеют правильно все преподнести, это совершенно другой разговор. Так вот, нас уже достаточно много, и собираются мишени съезжаться со всех городов Украины, и мы сделаем, приложим максимум усилий, чтобы так и произошло, чтобы мы объединялись, чтобы мы сплочались, и мы будем идти до конца с тем, чтобы доказать свою правоту, с тем, чтобы доказать, что мы абсолютно здоровые, адекватные, мы никакие не изгои, а вы, выродки, вы как раз изгои, вы ущербные, мерзкие преступники, и вы будете нести соответствующее наказание. Я вам это обещаю. Мы вам это обещаем. Да, потому что человек создан Богом, иметь волю. Вы у нас пытаетесь подавить волю. А мы люди, нас Бог создал. То положение этих людей, кто на той стороне, у них все под компьютером, они по искусственным интеллектом, да, или как у вас, под химией. У вас это все подавлено, у нас сила есть, как нас Бог создал. И в этом есть сила, в человеке. А вы ничтожные железячки, которые раскуроченные уже железячки, как Бог. Выяснилось. Нами а Бог. Мы есть Бог, да, и мы есть я Бог. Вам чисто не желаю того, куда вы идете. Вы можете как-то еще развернуться, другой путь пойти. Бог в этом помощь. Вот. Развернитесь, да. Притормозите. Тормозите, да. Потому что я не врагам. Притормозите, а то вы уже и так тормозите. А мы сильнее, мы тут сильнее. Любой человек здесь, любой, я говорю как факт, сильнее вас всех. Потому что у нас есть воля. Мы люди, нас не подкупить. За деньги. За деньги, да. Нас душу. Мы имеем душу, а они души не имеют. Они же души уже не имеют. Они кто? Они зомби-роботы с железячкой в голове, которая уже гниет там, эта железячка, понимаешь? А им все не имется. Да, вот. Поэтому все вот кто... А те, кто за ними стоит, да, за этими железячками, а им тоже кирдык. Они думают, что они уничтожат потом и этих, и тех, и дальше все будут прекрасно здравствовать. Ничего подобного, выродки. И те, кто за вами стоит, тоже от этого пострадают говна. От своего говна завернетесь все. Фирма гарантирует. Это вам главная шизофреничка отвечает. А человек, он создан Богом, и все, что человек от Бога, он сильнее вас. Вот. Потому что вы продались. И если... Вот. Вот мы об этом сидим. Будьмо! Да. Поэтому крепитесь все, да. Поэтому держитесь. А вы, мишени, крепитесь. Будьте бодры духом, будьте честны сами с собой, да пребудет с вами Бог. И мы с вами, и вы с нами держимся. Аминь. Аминь, аминь. Всем пока, всех любим.